Актуальность заседания Геральдической комиссии Новороссийска обусловлена подготовкой к предстоящим масштабным городским мероприятиям, посвященным важным юбилейным датам – 180-летию со дня образования Новороссийска, 75-й годовщине освобождения и 45-летию присвоения ему звания «Город-герой». Каждое из этих событий не обойдется без главных символов города – флага, герба и гимна. И очень важно не допустить каких бы то ни было нарушений в их использовании. Я напомню, что наш городской герб, который вы видите перед собой, является исключительной ценностью, символом и входит в тройку лучших с точки зрения историко-культурного наследия гербов. Но, к сожалению, используется он не всегда правильно, грамотно и достойно. На сегодняшний день в средствах массовой информации, печатных изданиях, рекламной продукции, на информационных порталах встречаются нарушения в применении или искажение изображения герба города Новороссийска. Нужно создать группу по выявлению вот этих нарушений. И как только эти нарушения выявляются, в адрес этих предприятий направлять типовое информационное письмо с предложением. Искаженным считается то изображение герба, которое не совпадает с официальным, занесенным в Геральдический реестр Новороссийска, утвержденный городской думой. И, к сожалению, именно такой герб размещен в общероссийском популярном источнике информации – Википедии. Наша задача – это просто изменить эту базу данных. Как? Надо с ними просто посоветоваться, войти в контакты. Это, я думаю, нескольких дней переписки, и все закончится. Я думаю, что вот это даже я оставлю за собой, вот эта необходимость, это изменение. Для руководителей предприятий, всех тех, кто применяет новороссийскую символику с самыми благими целями, но по незнанию допускают неточности, Наталья Майорова, заместитель главы по социальным вопросам, предложила сделать памятку, в которой в понятной и доступной форме будут изложены все официальные требования к изображению герба. В ходе совещания прозвучали и другие предложения о необходимости создания группы по выявлению нарушений, о составлении типовых информационных писем и взятие на контроль выполнения решений Геральдической комиссии. Ирина Ищенко, Андрей Супрунов, Новая Россия.